то, что свои двери торговый центр распахнул еще в конце ноября, на официальном открытии было много гостей. И погода не смогла расстроить планы и испортить настроение горожан. Уже на пороге чувствовалась атмосфера праздника. Сюрпризы ждали посетителей на каждом шагу. Удивление не могли не вызвать роскошные барышни в национальных одеждах на высоких ходулях. Особый интерес к ним, естественно, проявляла сильная половина человечества. На втором этаже центра можно было насладиться живой музыкой как местных, так и приглашенных исполнителей. Ну а если вам захотелось подвигаться, тоже, пожалуйста, были и танцы. Все этажи украшены уже в новогоднем стиле. Под потолком висят огромные сияющие новогодние игрушки и парят в воздухе лесные олени. Повсюду нарядные елки и веет волшебством. Замечательно. Очень свежо, ново. Раньше такого не было. Будем ходить дальше. Красиво. И устроители праздника действительно окунули своих гостей в мир сказки. К слову, сказочные персонажи, тирексы, зеркальные мимы, пасхальные кролики, ледяной Джек появились неожиданно, и это правда походило на волшебство. Самыми главными персонажами были, конечно, Дед Мороз и Снегурочка. Ну а прекрасная половина тоже попала в свой мир, мир головокружительного шопинга. Шимкент Плаза собрал все мировые ведущие бренды. В первую очередь мы хотели жителям города Шымкент предоставить те бренды, которые будут им комфортны, доступны. Мы в первую очередь старались сделать так, чтобы люди, которые сюда пришли, они не испугались, чтобы они смогли с радостью найти для себя все категории товаров, которые они предпочитают покупать. Гости еще долго после открытия изучали новый торговый центр, и, судя по настроению, быстро уходить никто не собирался.